радуюсь искренне этому. Прям вот гордость берет за игроков сейчас. И огромное спасибо, конечно, шейхам за такие подгончики. Это очень круто. В этом есть свой кайф, когда ты вот первый матч сразу, у тебя что-то не получилось, а следующий матч исправишь сразу. Минус Рамзес. А тут приходится ждать несколько дней, и это, конечно, мешает сильно. И вот, угу. Годслэйер, приятного тебе просмотра. Ой, а что с наивом? А что с наивом? О, там Лешенька пришел. Какой Лешенька, боже мой? Алексей. Это пришел Алексей. Хорош соло, и накрывают здесь наива. Вот так. Вот Каори нажимает Disruption. У Тимберчейна пока нет, особо нужно вернуться, дать что-нибудь. Он дает, Антарес разменяют. Они, но все равно, самое важное, что они сделали, они убили по фарму, да, все прекрасно. Окей, атаки, два телепорта нажимается. Как бы он тут только не отъехал. На самом деле у него соло все еще нету. Есть Disruption, там вылетает Алексей. После появления соло приходит. Кетака больно, падает. Зря напали. Зря. И здесь, конечно, не могу не похвалить квестов, которые моментально среагировали, да, и подсейвили своего мидера. Вот зря я опять про это говорил. Подрезали последним патч, напомню вам. Но все равно он на ранних минутах также напрягает всю карту. И в том числе может напрягать ТБ. Но им нужно вышку открывать сейчас. Вот, конечно, герои для пуша такие себе, что происходит в миду. Нападает на Кия. Так, у него есть левел 6, но не получается. Когда его покинул соло, да, Амар тоже ушел с линии, то Гермзес спокойно линию отстоял свою. И сейчас Рэдианс просто у него приближает с мимильными шагами. Соло в таверну, пролетает все-таки атака, должен разменяться на Амара за все унижения. Но там приходит Каори, как бы тут Ануба будет трудно. И даже, возможно, убьют Сантара захотел, а? Кетака делает правильную атаку, проводит, нападает на Каори, Каори больно, но и также падает, понятно, Антара. Здесь 2-2 наблюдается, но буду стараться вам сообщать. Также Мейра, опа, ну он крепкий, там еще 8 стиков есть, хотя очень больно ему, стики нажимаются. Сбивает Тимберчейн, ребят, это смерть. Да неужели, да ну, да ну неужели, да ну, это просто невозможно было бы. Но еще минус соло, что-то какая-то херня начинается, если честно. Ну, приходит Кетака, наконец-то вкупает соло, глубокого у него нету, нападает на Малика. Он пока что под суржон, далеко смог уйти, у него стики-стики нажимаются. Мистик Флэр полетел, падает у нас Малик. Тут будет Кетака поддерживать эту атаку. Мейера пока что принял на себя первый удар. Квестов есть, тосики вроде бы отпускают, да? Нет, Рамзес нападает, ну ба, атака продолжает свою. И вот с блинком, конечно, намного интереснее. Вот Мистик Флэр наконец-то отображается, бьют у нас, забирает Амара, минус Амар, нападает на Каори, Каори фокус есть. Минус 3 делает с пандами, вот, наконец-таки, первая серьезная стычка случилась в этой игре. Так, здесь, кстати, нападает Наива, Наива, цепляют, фокусят, будет Вортекс, Чакрамчик успеет на Децандер, замахнулся, Глобал, но Киатака своевременно отошел. Тоже круче, у каждого есть свой аргумент. И так далее. Здесь врываются у нас на Каоре. В итоге Рамзес. Нужна поддержка. Ну, как-то пока Каоре долго живет, на самом деле, мешает. Там раскидывают свои сполы перед смертью, да, и пур ждать успел. И соул кетчер там, и все остальное раздал. Но в итоге. А это что такое? Мейер у нас уже под базой душит. Мы такое, правда, видели, когда команда проигрывала из-за отсутствия глобала. Нажимается глобал, там Рамзесу очень больно, его пробивают, с ним справляются, друзья, да, забирают его. И еще два глобала они отдают. Охренеть, просто фантастик, квесты проводят хорошую атаку, а панды провели глупейшую, мне кажется, атаку, как раз таки Вортекс прекрасно. Вот сейчас бы сюда залетел бы Рамзес, но они пока без него справляются нормально. Минус Малик, минус Каори, пытается бить наивами, и раз, Кади свое дело делает. И вот сейчас бы в этот Вортекс прыгнул бы Рамзес бочкой, а? Ну это просто похороны были бы, но похорон нету, похороны есть как раз таки в другую сторону. Минус 4 в том числе, International. В августе, так, здесь залетает у нас Роман, полетели Мистик Флэйр, Амару больно, очень неприятно, Амар в таверну. В итоге бьют Малика, Малик таверн управляется, хорошее убийство, он импакт дать не успел. Кетака спасается, но он очень нужен, но его нету, падает Рамзес, беда, катастрофа, пинает Мейера, Мейер пытается уйти, отступает и им не хватает урона. Им не хватает, а вот как раз квестам хватает с головой. Это еще было без ДС. Киатака как бы сейчас не сдох. Забирает Нуба, возможно, он-то и не сдохнет. Наив, Сандер в лоту, забирает его. Неужели получается, наконец-таки, у квестов здесь, у пан квестов, да, пробиться. И да, получается, неужели. Стримов не было,
Лайкосики, в общем, лайкосики, не забывайте про это. Буду максимально вам благодарен за ваши лукасы. Ну, а тут у нас падает Каори. Сначала убили Соло, потом убили Каори. Разменчик происходит по саппортам. Там, кстати, появляется БКБ ОДС. Опа, здорово. Успеет ли он его... А, ну не прилетело до него еще. Бедный Малик, вот так вот. Но он же без Сандера. Интересненько, интересненько. Это будет Фреягис, получается. Будет Фреягис, да. Ну, рискованно, с другой стороны, спасает своего Дарксильчика. Посмотрим, что будет дальше. А Наив поднимается, нажимает форму, бьет Рамзес. Рамзес, да как же он его лупит? Вот шансов нет вообще Рамзеса в замесах. Панда выходит в атаку, кстати говоря. Они будут драться. Да, залетают. Получается, немножко кривая инициация. Там еще и Каори отрабатывает прекрасно. Сбоку сбирает Соло. Соло без бая. Глобала не будет. Бегите, глупцы. Маны не туки, атаки. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, как вам помочь? Телекинез, наверное, бог помощь. Ки атаки здесь только. Минус ки атака. Счет получилось все как-то плохо очень. Минус Миера будет. Но он не выкупается. Так что, друзья, падает вторая сторона. Тем временем Рамзес начинает накручивать, залетает. Выкупается. Ки атака есть. Вакуум. Запрыгивает ки атака. Пока что не понимает, что ему делать. Ибо находится под БКБ. Ему трудно его профокусить. Рамзес таверну. Он без байбека. Ки атака после бая в таверну. Я думаю, это конец. Да, это GG. Браво! Браво, квесты. Хорошая карта. Банды вроде бы все лидировали, да, но по итогу проиграли. Все в этом плане в порядке у них. Опять, опять, а фейта дикта нету. Нету, нету, нету. Мейра, да где же Бош? Ё-моё, давай Баш. Баш, First Blood, 1-0. Ребят, ну мы это ожидали. Выживать. Амар заходит, смотри, там Амар и Каори с двух сторон. Сейчас бутербродик будет делать они. Давай, Кет, так разменяйся, постарайся. Не получается, если бы разменялся, он бы отправился довольно в таверну. А так у них тут Наив. Что делает Наив? Телепорт нажимается, жжет, жжет, жжет иншел, друзья, жжет, башня вылетает, приходит саппорт, опять та сладкая парочка, которая пока что отыгрывает очень круто. Вон, опять хотят напасть, ну ба, посмотрим, получится ли. Но у него ульта как бы есть. Баш, 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 ой, он сам отменил, он сам отменил, в итоге Роллин Тандер, и он рассыпается, ребят, 4-4. Так, Марс с Метеором, но пока что без арены. Она у него в КД, Метеор будет хороший в двух героев, прекрасный Марс. Да, прекрасный Метеор, приходит Рамзес, но он тут вряд ли чем-то поможет. Минус 2 оформляется, вакуум в трех героев, полетел Мир, Рамзес пытается идти, Малика дует. Душит Малик больно, ну и Малик падает здесь. До свидания, прошивают. А теперь про Марс, про Метеор. У нас начинает уже толкать линию на топе. Там забирает Каори. Но что будет дальше? Потому что нападает на ки-атаку Роллин Тандер. Доджится, доджится, нормально. Все пролетает сюда на Ив. Нажимается Hands of God от Соло. И Соло пока что мансит, мансит, мансит. Замансил, смотри, хорош. И нужно вакуум обратно его. Ставится арена. Будет Метеор или не будет? Метеор мана не хватает. И он просто в КД напросто ставится стенка. Ошибка серьезных квестов. Лупит Малика, Малика забирает. Нападает также на Ива. На Ив пытается уйти. Есть разгон Наива, и Наива также накрывают здесь панды, хоть вышку они, да, почти доломали, но... Ну давайте, давайте. Опа, это что-то интересное, и там подкрепот выезжает. Нужна помощь срочно, нужна помощь какая-то, пацаны. Телепорт нажимает срочно, долго очень. Есть Hands of God, и вот сейчас можно развернуться и дать им по щам, вот так вот. Вакуум под разгон, крутой получается, нажимается у нас Фос Промис на Нуба. В итоге забирает Каори, выживает, самое важное, киатака во всей этой суете. И дальше за Амаром Антарес Хюрикен толкает, прошивают его, нажимается Hands of God. Найс, найс, мужики. Пробиться в первые два места... место, да, и трудно там будет. А то, что происходит, я не понял. А что у нас происходит? Малик начинает драку, нажимает копье, но это всего лишь неудачное копье. Метеор получается хорошее. Сбоку бьет Каори, Каори забирает. Больше урока не мешает. Наив напрыгивает, наскакивает на Рамзеса. Рамзес находится все время в контроле. Не выходит из него и падает Рамзес. Пока что 2 в 1. Дальше на Соло. Соло отбивает. Минус Соло. Сбоку падает Антарес. Да ну. Хорошее гоним, хорошее. Уже неоднократно мы такое видели. Попробуй сыграть, тебе понравится. Тут у нас нападает на Нуба. Метеор будет, ки атака умирает первый раз. Таегис будет.
Но что будет дальше? Подожди, убить его нужно для начала, он еще Каори успел забрать. Так, ну там пришел Ланстер, ребят, там пришел Ланстер. Хотя пока он не такой крепкий, еще его можно фокусить. Да, можно, можно и в таверну или нет. Доппи продолжает жить, пытается жить и пока что выживает. Рамзес на перехват выезжает, забирает все-таки Наива, получается его забрать. Но убили Киатаку с другой стороны, что, конечно, крайне неприятно, но это еще не конец. Рамзес залетает на Амара, Амару больно, Амар отправится в таверну, да. Малика тормознуть. Нет, не тормозят. Относимся. Опа, залетает Киатака на гонимчике на своем. На трапу забирает быстро Каори. Круто, да, раз, два. Вот такое вот решение придумали они с этим Ораклом. А вот сейчас Наив, смотри, нападает. Что будет дальше, интересно. Посмотри, как он быстро справляется с Темпларкой, но Аганим ей помогает. Сбоку суета начинается, нападает на Сова. Как же Лансер больно бьет. Минус Сова будет здесь, забирает Сова. Наив включается на Антареса. Приходит Малик, перекрывает Антарес под бульдозом. Пока что быстро снимает с него негативы все. Нужен срочно... Я не знаю, что нужно срочно. Нужен Киатака, но он приходит, опять те иллюзии Лансера, опять него мучают. И как бороться с Лансером? Ой, Киатака подставляется. А успеет ли он улететь? Нет, не успеет. Справляется моментально с ним команда Quest Esports. Еще и Мейер накрывает. Фантастика квесты. Как же круто они атакуют сейчас. Прыгают на Рамзес, тут боковой телепорт улетает. Баши нету. Так, ну что, Доппель нажимает, спасается пока что Наив, залетает Нууп, в итоге прыгает Малик, Арина КБ прилетела хорошая, фокусит очень быстро Мейера, он остается без маны, потом без ХП, здесь Рамзес залетает сбоку, БКБ все еще имеется, нужно нажимать срочно БКБшку, но пока трудно ему очень жить, Рамзес пытается уйти, и вот все-таки отпустили. Включается на Антарза, Антарза также накрывает, минус 2, ребят, что по байбекам, врубая байбеки вам. Еще немножко, друзья, и отыграются преимущества. Они по шанс, там уже шансы огромнейшие, пользу квестов Киатака в таверну. Лансер его просто съедает сбоку, забирает Амара, минус Амар, и также минус Каори. Это круто. На самом деле, двух саппортов вырезает, но Лансер-то живой. Лансер-то живой, и с Эгисом продолжает идти вперед. Дерется он крепок очень, Доппи прожимается, есть Теренко. Метеор полетел, Метеор все будет трех героев, зайди сейчас бабах, трех героев, неплохо. Но, опять же, Лансер все еще живет, и вот ему срезает только Эгис. И дальше все, дальше даже близко пока нет ни у кого. Там что Киатака, что золотых, ну что золотых, нужно киллы делать. Но киллов пока что здесь не светит вам, друзья. Нападают на Соло, Соло пинают всей командой люди. Нужно направить на Алексея, забирает Соло. Отогнали опять их. Возвращается Киатака сбоку. Антарес там пытается крипов застановить их, да, тормознуть, чтобы бэкдор работал. Но в итоге Антарес выиграл немножко времени. Выиграл все равно. Но Лансер продолжает бить, бэкдор активен. Не был здесь сделан, форстаф из Киатака выкупается, но Сантарес обратно в игру, залетает, вот он, друзья, шанс последний, возможно, команды на Impandas подраться, ну, прошивает, забирает Мейера, минус Мейера нажимается на застрайк, Антарес пытается уйти, в итоге минус Сантарес, Рамзес работает, получает копье, полетел Метеор, нужен срочно фокус, фокус есть, это GG, друзья, и 2-0, и это поражение на Impandas, и квесты на самом деле удивляют. Да, они одерживают вторую победу. Они сегодня 2-0 OG забрали.